А полицейские в выходные охотились на пьяных водителей. Таких, кто не прочь выпить за рулем, оказалось 9 человек. Все они понесут заслуженное наказание. Ну а всем остальным госавтоинспекторы раздавали агитационную литературу. В общем, борьба с пьянством за рулем в Ноябрьске продолжается. Как показывает практика, именно выходные и праздничные дни количество лиц, которые позволяют себе сесть за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, значительно увеличивается. В этой связи госавтоинспекция города Ноябрьска запланирована и сегодня реализуется очередное профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, управление транспортным средством в состоянии...